1 июля в крае изменятся коммунальные тарифы, но разницу жители вряд ли ощутят, считают чиновники. Средний рост в регионе составит 2%, до 6% в большинстве муниципальных образований, их 384. Непривычные цифры в квитанциях люди уже получают, но компенсация будет. Величина, выше которой любой рост платы граждан должен быть компенсирован. Вот на сегодняшний день 79 муниципальных образований в Алтайском крае, где реальный рост тарифов приводит к повышению платы граждан больше, чем на 6,2%. Соответственно, он должен быть компенсирован. Сегодня принята схема, когда эта компенсация выплачивается из средств местного бюджета. И все еще есть территории, где тарифа нет. Например, Первомайский район. Там нет единой теплоснабжающей организации, так же, как и в Волчкинском. В последнем из-за этого возникают проблемы при перерасчете. Жителям Волчихи за январь начислили сумму в 2-3 раза меньше, чем должно быть. Возместит их также местный бюджет. Размер недоплаченных субсидий от 2 до 30 тысяч рублей. Еще в одном проблемном пункте, Яровом, подорожание тарифа ждут с ужасом. Квитанции потяжелеют по подсчетам жителей где-то на 1000 рублей. Если также оборудование не будет меняться, ну извините, а на каком основании тогда вы повышаете? Вы куда денежки аккумулируете и почему тогда нет ничего? Да, край, он все-таки там поддерживает нас и смотрит, и уголь, и тому подобное. Но надо смотреть корень, чтобы вот этого не было каждый год. Давайте менять оборудование. Нормативы пересмотрели и за вывоз мусора. Дифференциации город-село больше нет, но появилось деление по типу домов. Жильцам квартир определили норму в 121 литр с человека в месяц, частных домов – 125. А вот у предложения платить за вывоз по факту вывезенного объема есть трудности. Те контейнерные площадки, где будет по факту определяться объем отходов, они должны очень четко быть закреплены за тем кругом потребителей, жителей, которые относятся к этим контейнерным площадкам. Потому что если будет кто-то сбрасывать свои отходы в эти контейнеры, то люди будут платить больше. А еще стоит учесть количество проживающих. И в целом оплата по факту будет возможна при раздельном сборе мусора. Но инфраструктура территории к этому пока не готова. Так что платежные документы на коммуналку в этом году явно еще не раз удивят жителей края. Анастасия Драган, День с толком.